Виктор, я после геймплея дам. Пацаны, а есть что похавать? Забиту, да? А сколько, 5 человек? Похавать ничего. Да, мы ждем. Не, 7 бургеров только мне. У меня только... вот, сейчас кинул. Блять, у меня наркозависимость 100% нахуй, надо было на твинг заходить. Так, бери, если надо, если пью. Доктором, что здесь написано? Не, мне нельзя! Давай, ёптать, кури нахуй! Бери, бери. Оп, мы ещё пятёрик завозьмём. Ой, ладно. Ну просто емейстик нужен, чтобы вас потом подняли, типа. То а сколько у нас, всего 5 человек будет на ГМП, блять? А да, 5, и потом ещё честник. А ещё какие-то? А, мне... А какая территория? На карте. Ну, доедем с тобой. Понятно. Доедем. Еще и комиссия, да, будет потом? Нет, я потом вам зеро дам. Ладно. Так, и мейсники. Не нужны косяки, да? Владимирочка, Вовочка. А он тоже? А он тоже с нами будет? Кто из вас Вова, кто из вас Дима? Давайте же с этого. Так, я не Дима, я вообще Даня, вот это Вова. Так, ты Вова, хорошо. Ну ты, короче, драться будешь? На биту. Махаться. Бери биту, алло. А ладно. Мне до лампочки. Да. Ля-ля-ля-лям. Бери биту. Что за говорю? Вы сейчас будете драться, короче, на биту. О, не понимаю. Никола, тебе включить демку? Как и не в бою. А, ну съезди, глянь. Сейчас так, узнаешь. Вова, сейчас все узнаешь. Какие дела у нас? Таблетки. Слышь, может, на первый тату салон лучше отдать? Ей, давай. Грязная. А нимки, да, они все разрешены. У меня нет денег, да, денег? Это просто бой без правил 1x5. И остальные нужно увезти повозку. Только мотовозку. Я тоже отвезла машину с ганом. А какая территория? Территория какая вообще? Пошли, пошли, пошли. Ты сказал. Я понимаю. А вот это вот? Ты лучше увези мотовозку вот эту вот, на которую сейчас я первому тату салону. Альба, ты стоишь в тот угол к мини-фиату? Вообще лучше ганшопа. Вот к этому. Да. И стой тут, якобы патроны покупаешь. А я куда ты эту машину увезла? Вот сюда, вот она вот тут стоит, вот она. Не загоражу, я зайдите на демку, сейчас я буду показывать. Помоги мне сейчас. Вот все, оставьте эту фигню. Бой шмотки, карабины все возьмем. Давай, давай, давай. Мотовозку тут оставлять. Да. Помоги мне с карабинами. С жилетами тогда. Тут что-то гостников с мигалками дохуя, по-моему. А, так ты все забрал. Ничего нет. Нихуя. Чё такое? Что это хуйня? Поехали. Тише, 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 тише. Никола. Уйди, блядь, быстрее. Они не будут задавать вопросы, почему да. Все машины да. Пустые. И кончилось все. Одной мотовозки. Крафтить патроны, поехали. Сейчас поедем делать патроны покупать. Прям на полном серьезе. Да, поедем закупать патроны. Сижу! А я сказал, что их выиграю. Никола, ты тут? Ну а чё, аптеки бы выдали? Всё? Да-да-да. Проверь склад и чё мы там не забыли. Чтобы там никто ничего не сказал. А я Люду писал. У нас МПшка. Да, но тут, короче, слотов нет, поэтому себе все оставим. Просто я Люду написал, что двое аптеки. Не, в меня, например, ни одного шота не попали. Вообще, вообще, один шот маленький попал на пол, на вообще единичку. Ты постоянно курил. Не, я курился, но меня не ничего не сказали. Понятно, мы что скажут об этом. Не уедем. Кто у них даже нет настроения. Да. Сейчас тогда там вашего. Если хотите, можете забирать биты себе. Давай, потому, поехали до банка. Ну, не бита нахуй не нужна. Короче, Леонардо, вот, я бросаю тюремку. Вот она лежит здесь. Да, спасибо. Угу. Но биту все-таки вернешь. Забирайте. Да? Все. Пойду я себе заберу. Блять, откат!
чё?